Всем здравствуйте, спасибо, что зашли ко мне в гости в сегодняшнем видео. У нас с вами ваша любимая рубрика «Распаковка». Вот такой вот огромной посылки. Смотрите, та-дам! Из интернет-магазина «Рандеву». Вы все знаете, что я и многие блогеры любим заказывать в этом интернет-магазине парфюмерии и косметики. Косметику пока что я еще там не заказывала, но уже задумываюсь над этим. Но вот парфюмерию очень-очень часто, мало того, у меня уже едут еще целых два заказа, два парфюма. Давайте посмотрим, что же у меня тут такое. О, приобрела я все вот эти вот парфюмерные композиции, которые должны быть в этой коробочке. Конечно же, с применением своего собственного промокода. И сейчас, после того, как это видео выйдет в эфир, я опубликую еще один свой собственный блогерский промокод, с которым любая покупка на Рандеву, как для меня, так и для вас, будет выгоднее на 10%. Причем все скидочки по моему промокоду суммируются со всеми скидками и акциями на сайте Рандеву. А надо сказать, на сайте Рандеву практически всегда проходят какие-нибудь хорошие, выгодные, сверх-мега такие актуальные акции. И нужно мониторить цены, потому что, как я заметила, цены на некоторые парфюмерные композиции плюсы-минусы меняются иногда каждый день, через день. Ну и причем на такую существенную сумму, на 1000, на 2000. То есть, если вы видите какой-то свой любимый парфюм по одной цене, закиньте его в корзинку и посмотрите, да, что с ним будет. Он может, конечно же, и подешеветь 1000 на 2 на парочку дней, но может быть и подорожать. В общем, я вот так вот часто развлекаюсь, заглядывая в интернет-магазин на Рандеву, рассматривая, собственно, та селективную парфюмерию, которая меня сейчас больше всего интересует. Но вы не пугайтесь, здесь не только в этой посылке, не только селективная парфюмерия. Тут есть и сверхмегабюджетные ароматы, которые я приобрела по вашим рекомендациям. Есть очень дорогой, прекрасный нишевый парфюм, который, собственно-то, я себе задублила. И есть, естественно, парочка аромабоксов. Сейчас все увидите. Кстати, промокод свой собственный, да, персональный, я опубликую даже в названии под видео, чтобы вам было удобнее копировать и вставлять. Вот так вот, смотрите, в этой огромной коробке очень много чего интересного. Давайте и вы краешком глаза загляните вместе со мной. Вам всегда везет более чем мне, потому что вы впервые меня нормально разглядываете то, что в этой коробочке. Ну что ж, я блогер, я обязана делать все для вас, все для вас. Не знаю даже, с чего начать. Просто глаза разбегаются. Так, ну что, конечно же, сразу обзор на все, что находится в этой посылочке, я делать не буду. Тут как раз на 4 обзора. В общем, да, замечательно. Так что мы с вами в июне месяце, который у нас наступит буквально завтра, да, не заскучаем. Итак, первый аромабокс. Давайте посмотрим. Ого, какая красота. Смотрите, аромабокс с ароматами Киллиан. Киллиан унисекс номер 61. Я решила его заказать, потому что в нашей марке, в нашем городе марка Киллиан не представлена. Я знакома, собственно-то, очень хорошо всего лишь с несколькими ароматами от этого великолепного бренда. И, может быть, после того, как я поближе познакомлюсь вот с такой топовой подборкой от бренда Киллиан, мне захочется что-нибудь офлаконить. Но я думаю, вряд ли. Думаю, что вот таким вот аромабоксом, который, кстати, очень выгодно приобрести на сайте Рандеву, все и ограничится. Потому что мы все с вами знаем, что цены на Киллиан, ого-го, какие. Ладно бы сотка стоила 25-30 тысяч и больше, а то там всего лишь за 50 миллилитров просят такие суммы. А вот аромабокс — это прекрасная вот такая возможность разносить, познакомиться с ароматами из любой любимой вашей линейки, из любого любимого вашего бренда. Кстати, ассортимент аромабоксов на Рандеву значительно увеличился. В общем, без существенных затрат. Вот этот вот аромабокс Киллиан мне обошелся 3300, по-моему. Ну, в общем, что-то такое. Естественно, я применяла свой собственный промокод. Так, смотрите, еще один аромабокс. Та-дам! И он называется «Близнецы для нее». Как вы думаете, почему? Ну, те, кто меня смотрит давно и знают, да?
когда у меня день рождения, поймут, почему это я заказала, собственно, близнецы для нее. И тут просто замечательная парфюмерная подборочка. Тоже с вами посмотрим. Тут уже подборка ароматов. Это не монобрендовый наборчик. И мы с вами потом чуть попозже... Ух ты! Сказала я чуть попозже. Я вижу, в этот раз мне прислали не только в подарок косметику, но еще я там вижу парфюмерный сет. А мне в основном почему-то интернет-магазин РНДО присылает в подарок косметические сэмплы, но тут вот счастье мне привалило. Следующее, да? Следующее, собственно, там, смотрите, по вашим отзывам к одному из моих прошлых видео с распаковкой ароматов Брокарт. Он как-то называется «Бюджетная парфюмерия». Я вам там ставлю ссылочку, сможете посмотреть. Я заказала 50 мл Брокарт. Аромат-то называется «Дама Диор», «Дама в золоте». Вот такой вот «Eau de Parfum». Кстати, посмотрите, как все слюди, качественно запаковано. Ну, в общем, на этот аромат и еще на один, который я сейчас вам покажу, также будет отдельный обзор у меня. Ну, это для любителей бюджетной парфюмерии, да? И еще один, это не все, еще один бюджетный парфюм я заказала, опять же, от Брокарт, «Русская княжна», называется тоже, пока что видите, все в слюде, все запаковано. В одном из следующих видео мы с вами распакуем. Кстати, вот эта вот линейка Брокарт в таких очень красивых флакончиках в интернет-магазине «Рандеву» бюджетнее всего приобретать, особенно-то с нашими блогерскими промокодами. Почему я именно заказала «Русскую княжну»? Потому что этот аромат у меня лет 5 назад был. Я покупала его в нашем городе. И, по-моему, за сумму 1200 рублей, что-то такое, да? На «Рандеву», в общем, очень выгодно. Посмотрите, помониторьте, примените мой промокод, который действует, к слову сказать, от 2500 рублей. Так что обращайте внимание, чтобы промокод применился блогерский, нужно набрать товаров в парфюмерии и косметике, собственно-то, на сумму 2500 рублей и выше. Ну вот поэтому у меня посылочка состоит не только из бюджетных ароматов, все по 300, все там по 1000, да? А вот и еще кое-что у меня тут есть. В общем, «Русская княжна», я думаю, многие из тех, кто увлекается парфюмерией, уже знакомы с этой парфюмерной композицией, ароматной композицией. Она у меня, как я уже сказала, была. И она мне очень и очень напоминает «Шанель Коко Мадмуазель», аромат который, к большому сожалению, у меня уже подходит к завершению. Цены на «Шанель» сейчас, ого-го, какие. А вот это вот достойная бюджетная альтернатива. Потом распакуем, потом с вами посмотрим, да, сравним все, как это полагается. А теперь давайте к подарочкам. Подарочек мне прислали интенсив крем. Это вот косметическая сашетка. Я возьму на дачу вот такие сашеточки, я вымазываю себе на руки. Хотя это корейский крем, очень хороший, причем даже не крем, а серум, который предназначен для кожи лица. Но мне такие сашеточки очень пригождаются. И еще что, посмотрите. Вау! Ну, наконец-то, эврика! Победа, да, или как это сказать? Ну, в общем, вау-вау-вау. Наконец-то что-то парфюмерное интернет-магазин мне прислал. И не просто какой-то такой, абы какой пробничек, а в этот раз «Жадор». «Eau de Parfum Infinissime». Он у меня, кстати, есть в полноразмерном флаконе. Покупала я его с момента выпуска. Этот аромат мне очень нравится. Это определенная новиночка от бренда Dior, да, Christian Dior. Там к концу у меня уже подходит. Вот, возьму на дачу. Очень нравится данная парфюмерная композиция. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Это для тех, кто любит подороже, да. Все. Посылочка пустая, больше ничего в ней нет. И давайте приступим к гвоздю, собственно-то, программы. Это аромат, который я повторила. Мало того, это парфюмерная композиция Тициана Теренци Кирки. Есть в моей коллекции, но флакончик уже подходит к концу. Я помониторила, сколько аромат стоит в Ривгош. Собственно-то, свой первый флакончик я в Ривгоше покупала. Цены просто космические. И решила, как, собственно, там мною лично проверенном магазине, в «Рандеву» заказать этот аромат. Потому что, я не скрою, очень и очень много подделок, собственно-то, на Тициана
Терренцикирке, Кассиопею. Это вызвано тем, что это сверхмегапопулярные ароматы. А почему они популярные? Потому что они красивые, стойкие, шлейфовые, комплементарные, нравятся всем. И вот эти вот поддельщики стремятся их подделывать. И я так думаю, что все негативные отзывы на этот и другие ароматы марки Тициан Терензе связаны, собственно, с тем, что люди покупают там, где подешевле, там, где все по 500, по 1500, да, и надеются, что... Ну, в общем, как говорится, скупой платит дважды, да? А на рандеву самая выгодная цена, если применить блогерский промокод, собственно, это мой, с ним всегда очень и очень надежно, поэтому в этот раз я решила кирки заказать в интернет-магазине рандеву. Вот, посмотрите, пришло все запаковано, все в слюде с QR-кодом, как полагается. Потом я сравню этот флакончик со своим стареньким флакончиком Кирки, купленным в Ревгош, собственно, в интернет-магазине Ревгош 2,5 года назад. У меня там осталось миликов 15. И когда я поняла, что парфюмерия на полках наших как розничных, так и интернет-магазинов заканчивается, это я уже точно испытала на своей шкуре, потому что заказала один аромат, который очень хотела по отзывам, и мне перезвонили и сказали, что нет, и не будет больше никогда в наличии, я поспешила пополнить, задублить свою парфюмерную композицию великолепным ароматом Кирки Тициана Терензе, потому что я его очень и очень люблю. Садится на меня замечательно, собирает комплименты, ну что там уже говорить про шлейф и стойкость, которые просто бесконечные. Пошуршим слюдой. Давайте пошуршим слюдой. А вот зря я порвала вот эту вот наклеечку. Ой. Так, что у нас со сроками годности? До 2025 года зрение у меня добило. Со сроками годности все в порядке. Давайте раскроем слюду. Ну, раз уже я... Хотя я ножнички-то взяла, но вот просто, видите, от нетерпения. Пошуршали слюдой. Так, открываем карабулечку. Карабулечку открываем, книжечки вывались. Так, я думала, что же вывалится, но вывалились книжечки. Не флакончик. Вот так вот. Кирки. Экстракт де парфам. Посмотрите, какой красавчик. Ну, вот все при нем, все при нем. Так, секундочку, сейчас достану книжечки. Ну, это стандартная комплектация всех ароматов Тициана Терензе. Тут входят в комплект две книжечки. Книжечка Тициана Терензе. Собственно, про ароматы марки. И, ой, такой тяжелый флакончик. И, собственно, это книжечка про аромат Кирки. Вот такая красота. Золотой флакон с черной крышечкой. Вот здесь вот распылительный механизм, его основание с такими прекрасными вензелями. Ну просто, да. Мечта поэта. Не аромат, а мечта поэта. Вот там вот, кстати, транспортировочная крышечка внутри находится. Ничем не пахнет. Это хорошо. Так, давайте я поставлю вот сюда коробочку, чтобы вы могли любоваться ей. Кстати, коробки от Тициан Терензе я никогда не выбрасываю. Они такие приятные на ощупь, очень красивые. И еще один лайфхак. Если у вас больше 10 парфюмов в коллекции, и у вас уже есть свой парфюмерный шкафчик, либо полочка в шкафчике темненько, то вот такие вот коробочки, очень устойчивые и основательные, могут служить, знаете, такими вот пьедестальчиками для ваших любимых парфюмерных композиций. В принципе, вот такие устойчивые, такие вот тверденькие коробочки, похожие на шкатулочки, я для этой цели и использую. Так, ну что, красота. Все, моя душенька, спокойно. Моя душенька, спокойно. Давайте посмотрим. Донышко. Давайте, крышечка. Она, знаете, как будто бы обтянута такой вот гладкой кожей. Тактильно так ощущается. Опять же, ничем не пахнет. Но если только чуть-чуть. Самая-самая вот эта вот база Кирки, которая мною воспринимается как горячий раскаленный песочек. Так, все.
все красиво, все при нем. Ну что, давайте наносить пшик. Обливаться этим ароматом точно не стоит. 1-2 пшика максимум. И будете благоухать, собственно-то, до душа. Так, наношу. 1 холостой, 2 холостой, 3-4. Ой, давайте вас тоже по душу. Вдруг, если вы не любили кирки, вы сейчас вместе со мной в него влюбитесь, потому что это 100% оригинал. И ни о каком запахе пота, который многие слышат, неизвестно откуда, здесь не может быть речи. Да, это оно. Это свежайшая мультифруктовая корзинка, в которой вот сразу же, с самого первого пшика, слышны невероятно красивые, объемные, сочные фрукты. Здесь и персики, и груша, истекающая соком, источающая грушевый нектар. И, конечно же, спелая. Вот такая вот крупная малина. И маракуйя. И такая вот легкая сладость. Это такой аромат, знаете, кисло-сладкий. Кислинки придают, конечно же, свежайшие, спелейшие фрукты. Сладинки придает здесь, собственно-то, ваниль. И в этом парфюме я очень хорошо слышу растертые в пальчиках ягодки черной смородины. И все это на очень красивой, просто божественной сливочно-сандаловой базе, которая, вот знаете, уносит вот эта вот база воздушная, кремовая, сливочная, сандаловая куда-то прям действительно в небеса. Это говорит о том, что парфюм действительно божественный. Что касается мускуса. Мускус тут, конечно, есть. Мускус есть в любом парфюме, и он влияет на стойкость аромата. Многие такую вот необычную нотку в аромате Тициан Теренци воспринимают за мускус. Но я вам хочу сказать, что нет, для меня это не мускус. Для меня это немножечко такая шероховатая, горячая нота раскаленного морского песка. Да, вот что-то я вот так вот слышу. Поэтому, когда я наношу эту парфюмерную композицию, я мысленно всегда оказываюсь на морском побережье, где растут экзотические деревья. Причем на экзотических деревьях с зеленой листвой, да, спеют сочные фрукты. Здесь и деревья груши, и маракуйя, и тут же сверхмегасочные персики разных сортов. А ты идешь такая по этой мультифруктовой древесной роще и по пляжу, да, и тут море колышется, прям вот такой морской бриз, и ты идешь, и горячий золотой песок обжигает твои ножки. Солнышко греет, тепло, хорошо, пахнет вот курортом, вот именно в хорошем понимании этого слова. Божественный аромат. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях свое отношение к аромату Тициан Теренци Кирки. Не нужно мне, пожалуйста, писать такие отзывы. Я буду удалять, потому что неоднократно мне писали, вот когда я восторгаюсь каким-то действительно шикарным и шедевральным парфюмом, а Кирки — это действительно уже классика, шедевр нишевой парфюмерии. А мне пишут фу. Я говорю, да как же так, вы такое там слышите? А мне говорят, ну, может быть, мы там вот из какого-то от Ливантика знакомились, которые неизвестно откуда приобрели, да? Ну, не нужно такое писать. То есть вы сначала ознакомьтесь с оригинальным парфюмом из флакона, хотя бы если вы живете в большом где-то городе, городе-миллионнике. Можно зайти в магазин, в тот же Ревгош, и потестировать, да, из флакона. Причем не из того флакона, который уже там пятилетку постоял под лампами. И тогда высказывать свое объективное мнение, а то, что там по пробничкам, которые вы неизвестно где приобрели, и вы составляете свои необъективные отзывы, такого мне, пожалуйста, писать не нужно. Я такое не приветствую. Я приветствую только корректные отзывы и основанные на объективном восприятии оригинальных ароматов. Вот этот вот аромат Тициан Теренци Кирки, который я знаю вдоль и поперек, который я приобрела на рандеву, является 100% оригинальным. И поэтому он божественно пахнет. Не
больше и не меньше. Вот именно божественно. Итак, мои хорошие, на этом я уже буду завершать это видео. Ждите, пожалуйста, продолжение. У нас еще с вами на очереди близнецы. Классная подборка для нее. У кого в июне день рождения? Кто у нас близнецы? Побалуйте себя. Кстати, выходит недорого, особенно с промокодом. Тут вот Киллиан у нас с вами для изучения подборочка. И также несколько бюджетных ароматов. Дама в золоте, Бракар, Дама де Ор, который я приобрела, собственно, по вашим комментариям. Вы писали, что это просто шикарнейший аромат. И, конечно же, скоро будет обзор на русскую княжну «Царевна Лебедь». Нет, русская княжна. «Царевна Лебедь» — это другой парфюм. Русская княжна от бренда Бракар. Итак, мои хорошие, все. Закругляюсь, завершаю это видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. А сейчас дополню это видео небольшим сравнительным анализом на идентичность. Ароматы в одном и во втором флакончике точно идентичные. Я уже проверила вот этот вот аромат Кирки, который я приобретала 2,5 года назад в Ривгош. Вот это вот новый свеженький Кирки, который приехал ко мне из рандеву. Вы можете видеть, что все абсолютно идентично. Включая аромат, вот эта вот крышечка. Видите, она немножечко уже такая у меня поношенная. Вот эта крышечка более новая, еще такая незатисканная временем, аромата из интернет-магазина «Рандеву». Давайте поближе посмотрим распылительные устройства и основания. Вот эти вот, да, очень красивые с завиточками. Вот этим флаконом я очень часто пользовалась. Поэтому пульвик тут, естественно, немножечко поменял цвет, но вот такой вот светло-серый цвет, вот этот вот практически девственный у нас с вами пульвик. И давайте посмотрим, что у нас на донышках. Так, вот это у нас донышко старенького аромата, вот это вот новенького. Интересно, изменилось что-то в описаниях, либо нет? Давайте вместе с вами посмотрим. Так, с той стороны я это делаю или нет? Не вижу. Так, ничего не вижу. Вот так вот, да, получается правильно? Так, вот, можете посмотреть. Отличие старого выпуска от нового. Небольшие отличия, но все-таки присутствуют. А здесь бач-код вот здесь бач-код вот здесь. То специалист можете определить и написать в комментариях дату выпуска старичка моего и новиночки. Или я опять неправильно, да? Что ли, я опять неправильно вам показала? Так, сейчас. Да, вот. Потому что через камеру не очень все видно. А так, в принципе, тогда, если так повернуть, то получается, да, вот идентично. Ну, вот практически. А потом вместе с вами я через монитор посмотрю. И что тут у нас по книжечкам, да? По книжечкам. Книжечка от новинки. Давайте, чтобы они у нас кверх ногами не стояли, мы их повернем в нужное направление. Вот такие вот два красавчика. Кирки книжечка с описанием аромата. Собственно, тогда Кирки. Можете посмотреть, что тут написано. Кстати, вот здесь вот даже указана пирамида. Так, что тут у нас еще? Вот описание, да? Книжечка такая вот глянцевая. QR-код здесь также присутствует, уже на него можно навести и, наверное, попасть на официальный сайт Кирки. И вот здесь вот общая книжечка с описанием всех парфюмерных композиций. Да, это по определению уже новый выпуск. Бач-код-то я не проверяла, потому что тут и вот это вот Sia Stars Collection уже также в косяпе. У меня тоже было вот сейчас с руки. Знаете, вот я листаю, и с руки у меня просто какой-то божественный шлейф исходит. Так, вот, да. Stars Collection Extract de Parfum. Вот.
классные ароматы. Тициан Теренцо, конечно, выпускает шедевральные. Так, Старс Атар. О, смотрите, да, это коллекция Атаров. У них ни с одним не знакома. Это вот стандартная линейка их, да? Какие же красивые картинки Луна Коллекшн. А то у нас что с вами? Андромеда. Тоже классный аромат. Кстати, очень интересно ознакомиться с этим буклетиком. Так что вот, все в порядочке у нас, да? Вот такая вот красота. Покупкой своей я полностью и бесповоротно довольна. И могу вам порекомендовать интернет-магазин Рандеву как один из самых надежных и проверенных лично мной интернет-магазинов парфюмерии и косметики.